Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждое 12-е ДТП на дорогах Кировской области случается по вине начинающих водителей. Всего, по данным ГИБДД, в первой половине этого года было почти 50 таких аварий. В них погибли 2 человека, травмы получили 64. За указанный период водительские права впервые получили почти 3500 жителей региона. Трасса 101. Российские власти обещают до конца этого года разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобильном транспорте. Пока не дунешь, трезвый мотор не запустишь. Чиновники также собираются озвучить меры стимулирования автопроизводителей по установке таких устройств. Насколько это повысит цены на машины, пока, конечно же, никто не задумывается. Кроме того, по-прежнему обсуждается идея выдачи выпускникам автошкол облегченного варианта водительских удостоверений. При условии безаварийной езды они смогут получить настоящие права. Трасса 101. В скором времени начнется строительство платной автодороги Москва-Казань. Цена вопроса более 500 миллиардов рублей. Наиболее дорогостоящим будет участок с мостом через Волгу свыше 120 миллиардов. Срок окончания работ – лето 2024 года. Как сообщалось ранее, проезд по трассе для одного легкового автомобиля обойдется примерно в 1600 рублей или 2,5 рубля за километр. Трасса 101. Kia собирается продавать в нашей стране минивэн Carnival нового 4-го поколения. Точные сроки запуска продаж, а также стоимость машины пока неизвестны. Ее длина превышает 5 метров, ширина почти 2 метра, размер колесной базы немногим более 3 метров. Салон рассчитан на 7, 9, либо 11 человек. Характеристики моторов пока не сообщаются. В Корее авто получит бензиновый атмосферник объемом 3,5 литра, либо 2-литровый дизель. Трасса 101. Ближайшие 10 лет станут периодом взлета популярности электромобилей, так считают британские специалисты. По их прогнозам, к 2030 году каждый третий новый автомобиль будет обладать полностью электрической силовой установкой. Напомню, что ведущие европейские страны поставили задачу через 20-30 лет полностью отказаться от авто с двигателями внутреннего сгорания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.